Космическое представление от шоу «Барабанщиц Космо» «Барабанная дробь». Вот так началась праздничная программа открытия первой в Анапе автозаправки от «Газпром». Наши ЗС всегда славились тем, что высокое качество топлива, высокое качество обслуживания. Поэтому думаю, что в ближайшее время жители Анапы в полной мере прочувствуют все эти достоинства наших ЗС. День хороший, солнечный, погода отличная, настроение замечательное. Спасибо всем людям, которые строили эту заправку. Спасибо тем, кто помогал, выбивал, добивался, участвовал в этом процессе. У всех, кто будет работать на этом комплексе, будет великолепная работа. Я видел в России множество заправок самых разных под разными брендами. Поверьте, это сделано по последнему слову техники. Это действительно безопасное, удобное и комфортный комплекс, как для посетителей, так и для вас рабочих. Коллективу удачи, успешной работы, высоких доходов. Красная ленточка разрезана. Оказалось, в «Газпроме» есть своя традиция подписывать красный лоскуток. На удачу. Александр Дудин открытие новой автозаправки в Анапе тоже считает удачей. Ждали все лето всем хутором красным. Ждали, пока откроется. Удобно? Да, удобно. Я здесь живу в километре. Мне и на работу ездить, и вообще отлично, что открылась заправка именно «Газпром». На территории заправочной станции круглосуточно работает кафе и магазин к услугам водителей, мойка автомобиля и пылесос. Дисконтные карты, полотенца, сувениры, подарки водителям. С собой на память о торжественном открытии заправки. Нематериальные сюрпризы, мойка стекол и фар автомобилей всех клиентов. В первый день. Самый яркий сюрприз для гостей – праздник в стиле «Газпром» по-русски широко, по-европейски качественно и с кубанским гостеприимством. С песней звонкой вас встречаем, у порога величаем. Хлеб да соль от нас примите, гости дорогие, проходите! Такое случается только на открытии заправочной станции. Директор компании заливает топливо в автомобиле первых посетителей. Полный бак. От души. От предприятия «Газпром». Наталья Пухальская, Алексей Мухортов. Анапа регион.